Добрый день! Это хорошие новости сентября. В рамках библиотечного проекта «Краеведение без границ» к нам приходил в гости Сергей Евгеньевич Шелепов. Наш гость поделился знаниями о родном крае и подарил массу незабываемых впечатлений, особенно байками, привезенных из экспедиции, и интересными историями, которые с ним происходили. Областной фестиваль «Русские народные традиции» для подопечных домов-интернатов состоялся 27 сентября в Кирове, в котором мы с радостью приняли участие. Театрализованную сказку подготовили сотрудники и проживающие дома-интернат. Музыкальная сказка о бедном зайчике, который потерял свою сказку. Несмотря на то, что это был конкурс, мероприятие прошло в очень теплой и дружественной обстановке. Моноспектакль на стихи Сергея Есенина представил нашему зрителю Ярослав Знузданов. «В своей стране я словно иностранец». Выступление очень понравилось нашим подопечным, оставив самые глубокие впечатления. Еще долго обсуждалось после спектакля. Ни для кого не секрет, что мы очень любим наш дом-интернат и любим ухаживать за территорией. А еще мы любим участвовать в различных конкурсах. В этом году мы получили сразу две награды. Первая награда в номинации «Цветочная фантазия», которую проводил Союз садоводов России, и в конкурсе Министерства социального развития в номинации «Лучший дом-интернат». Ну а сейчас идет подготовка к зиме, уборка территории. До новых встреч в октябре!